в зоне адмирала на последней минуте уже второго периода. Так, а вот это может быть момент. Бучальников, а это гол! Дмитрий! В ближнюю девятку, шайба там еще от одной штанги к другой улетает. Но вот он, гол Дмитрия Бучальникова. Это то, чего мы ждали. Бросок примерно с той же позиции, что и в прошлый раз, только в другой угол. И вот отправился на смену. Бросок и гол, попадает в ближнюю девятку. Воробьев как прекрасно и открывает счет в этом матче. Первая замечательная атака Витязи и сразу гол. Вот было в красной зоне под Япойского. Как после него шайбу в игру ввели, так Витязь и ни разу не вышел из чужой зоны. И даже после того, да, сбивает Воробьев. Но вот там до этого, когда бросал Баптист и просто не попал в дальний угол, там уже очень сильно запахло голом.